и не пошел домой, потому что счел недопустимым спать дома, когда друзья его спят в поле. Коренные с твоей жизнью и жизнью выходят. И снова не пошел домой, а остался в доме. Написал письмо, в котором приказывает. И будет самое сильное сражение. И... чтобы он был поражен и умер. И когда Версавия узнала о смерти мужа, долго оплакивала его. Когда кончилось время плача, Давид послал и взял ее в дом свой, и она сделала с его женой ребенка. И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа. Грехопадение с Версавией и содействие в смерти Урии положило начало многим бедам как в жизни Давида, так и в жизни государства. Господь говорит: «Не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег меня и взял она была тебе женой». Уриева жена Версавия стала той красивой. Ja, so schnell, viel zu schnell. Das ist eine kleine, feine Welt. Ja, schön, dass wir gemeinsam ein bisschen Urlaub machen. Wir fahren toll, Espanja.